Тихо. Предложите ему понюхать. Вот. Вот так. Пусть нюхает. Тихо. Он вас не укусит, не переживайте. Вы его не бойтесь. Вы ее так посмелее ее. Держите, и все, он вас не. Тихо. Пусть он попробует сделать садку. Он понял, Люда, он прибежал за мной, я знаю уже. Прибежал мне рассказывать, что пошли. А вы часто, да? Нет, ну, раз в год не заводите. Да, как-то, вы знаете, еще у них как-то это залог. Я не знаю, каким образом, он еще чувствует, что она вначале приведет. Он где-то раз 3 раза в год вяжется приблизительно. Успокойся. И он уже знает, он прибежал за мной, там вот возле двери меня зовет. И пойдем, ты сам тихо. Вот молодцы какие. Ну, главное с ней, вы главное, чтобы совладали. Да ну, постараюсь. Чтобы остановись, девочка. А сколько он весит? 44, наверное, 45. Пройдите сюда, вот так, чтобы. У нас больше. Вот, хорошо, ну, хорошо. Успокойся. А если вы ее пустите? Возьмите, отпустите, попробуйте. Дай посмотрю, сейчас у него обморок случится. Да. Мальчик, да, чтобы что-то ему там полечить, намазать или что-то. О. Ну вот я не смотрел на то, что 4 года. Ну, то есть, вот, допустим, сесть, вот, допустим, на крыльцо, положить ее рядом и гладить практически нереально. Она вскакивает, да? Двигается постоянно. Вот у нее очень и редко такие моменты, что она, да, что она спокойная. Все, познакомились. Вот они знакомятся. Он ее понюхал, она понюхала. Холки у них не дыбом. То есть они спокойны совершенно. О, блин, а мне в апреле ставить... Прививку теперь нельзя, да? Нет, ничего нельзя. Нет. Закапывают. Молоком, когда откормят, да? Будете прививать, да. О, вот. Понравились друг другу. Молоком-то она откормит. Чуть опоздает. Пошли. Рэй и Айра. Она вообще его не интересует. Он даже ее не видит, такое впечатление. Не, он смотрит тебе, что она делает. Он травку у вас тут подъедал, судя по всему. Что ты там копаешь? Тоже роется. И метит. Не, у меня у Юры уже все розы вырыла. О, видите, она метит, она в готовности. Айра. Так, Рэй, веди себя прилично. Разогнали, да? Банду. Айра. Хорошо. Нельзя. Вы ей говорите фу. То есть вы ее хвалите. Айра, фу! Фу! Он ее не укусит, но он ее прогонит. Видите, она какая? Вы ее похвалили, погладили. Не, ну как бы ничего страшного не случилось, он никогда не наказывал. Фу. Да. Ко мне. За плохое поведение. Ей сидеть не надо, у нее нельзя? Да. Пусть лучше гуляет, да.